У меня появляются благодарные зрители. Говорю на российской мове, чтобы московиты тупые, злобные, кровавые поняли меня точь-в-точь, слово в слово. Вот рассказываю я на вопрос, который все по методичке орки, даже не хочу говорить монголо-татарские, но это хуже, чем иго, это какое-то иго орковское, которое штырится вопросом, где мы были 8 лет и трогали ли меня или нет. Так вот, Воронов или Воронин, или хуй его знает, как ты там называешься, который задал вопрос, штырили ли меня 8 лет Донбасса, ты не поверишь как. У меня то, задавалась ли я вопросом, почему у меня столько лет на Донбассе война, ты знаешь, задавалась. Я задавалась каждый раз вопросом, какого хера московиты, клятые, эта грёбаная кровавая страна влезла на мой, блядь, Донбасс и начала рассказывать, как жить моему государству. Какого хера? 8 лет назад эта клятая Краина засунула лапы в устройство моей страны, моей Украины. Я задавалась всегда этим вопросом. Куда делись мозги московской орды, вот этой московицкой, блядь, это свинособачьей нации, как теперь это стало известно. С какого хера они полезли в мой Донбасс украинский, в мой украинский Крым? С какого хера они там устроили кровавую резню на Донбассе? В Крыму там все мягенько лапки сложили. Вот, а теперь мне рассказывают, как я себя чувствую насчет Донбасса. Да херово я себя чувствую и постоянно не понимала, почему московская, вот эта вот российская тварь Шушера, такая кровожадная, почему она такая тупая, с отшибленными мозгами. Вот Воронин задавалась все 8 лет вопросом, потому что до этого я считала Россию нормальной страной, россиян нормальными людьми. Ровно потому, что я вами не интересовалась до тех пор, пока вы не влезли на мою украинскую землю, пока вы не нарушили, ваша страна, все мировые законы, соглашения, конвенции. Интересовалась, конечно, Воронин интересовалась. Так вот, теперь тебе скажу, не пиши мне, или пиши, актив сделай моей страничке, моему каналу, пиши, подлюка, но я тебе ответила на твой вопрос. И тебе, как и всем москалякам, говорю всем, знаешь вот эту вот историю про русский корабль? Вот иди нахуй, понял? Думаю, доступно ответила, понял, на твоей клятей, российской мове.